Они такие милые и забавные, обязательно заведу себе такого. Очень часто мне пишут это. Только вы забываете про другую сторону медали. Ласка очень своенравное и специфическое животное. Будьте готовы к тому, что вас постоянно будут кусать, и такой любви, как от собаки, вы не добьетесь от ласки. Также за ними нужно часто убираться, уделять много времени и давать им свободу. Клетки ее уже не запрешь. И это не учитывая их дорогого и необычного питания. Лучше всего ими просто любоваться. Подписывайтесь.